радиаторов отопления в этом доме нет. Их заменяют собой вот эти небольшие декоративные решетки в полу, а нагретый или охлажденный воздушный поток поддерживает заданную температуру. Все это система воздушного отопления. Автономная, безопасная, простая в обслуживании. Оборудование располагается в котельной. Все ее важные узлы снабжены специальными датчиками, которые при малейшем сбое или сбалансируют систему, или отключат ее, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Кстати, при нормализации ситуации система сама войдет в прежний режим работы. Заметим, что именно здесь решаются абсолютно все проблемы дома, связанные с климатом. На данном объекте установлена полная система воздушного отопления, которая включает в себя газовый воздухонагреватель, систему канального кондиционирования, увлажнитель и фильтрацию воздуха. То есть воздух проходит полный цикл – нагрев, кондиционирование, фильтрацию и увлажнение. Оборудование достаточно компактное, в котельной занимает всего 1,5 квадратных метра. По высоте требуется около 2 метров. Еще раз отметим, установив систему воздушного отопления, хозяева автоматически получили и кондиционирование, и качественную вентиляцию. В системе нет жидкости, только нагретый или охлажденный воздух. Соответственно, протечки, разморозки и другие неприятности хозяевам не грозят. Можно спокойно оставлять дом на время отпуска или командировок. Еще одна из замечательных особенностей системы – регулировка температурного режима по зонам. При помощи термостата можно задать нужные параметры, как на отдельном этаже, так и в любой комнате. Причем не только температуру, но и влажность, и работу кондиционера. У нас есть прекрасная возможность самостоятельно управлять системой, задавать необходимые температурные режимы, влажность в помещениях, и все это можно делить по зонам. То есть в одной зоне можно сделать более теплый воздух, в другой попрохладнее. Например, в детской спальне у нас более теплая обстановка, а муж любит попрохладнее, в кабинете у нас очень свежо. Технический прогресс не стоит на месте. И, к счастью, в сегодняшнем мире лучшие новейшие зарубежные разработки очень быстро оказываются и в России. Сейчас на рынке появилось принципиально новое оборудование с КПД 96%. Возможностью плавной регулировки скорости воздушного потока и ступенчатой системой нагрева. Также при этом температура отходящих газов всего 35 градусов. То есть дымоход можно использовать пластиковый. Оборудование для воздушного отопления может работать на сжатом природном, сжиженном газе или электричестве. И те, кто уже установил такую систему, давно оценили ее преимущества по сравнению с другими. Независимость от централизованной магистрали, финансовая экономичность, абсолютная безопасность. И что немаловажно, установка и обслуживание такой системы не требует больших затрат. Как говорится, на любой кошелек. Попробуйте и вы. Компания «Воздушные технологии» предлагает элитные энергосберегающие технологии для зданий и сооружений различного назначения, выполненных на базе североамериканских технологий и оборудования. Компания единственная на Урале представляет услуги сервисного обслуживания. Звоните 201-90-98. Приезжайте, улица 8 марта, 12А, офис 718, сайт www.system-vo.ru.